Вас вітає служба інформації телерадіо компанії «Гомель» у студії Маргарита Шубукова. Добрий вечір. Медицинское обслуживание, открытие детских садов и доброе упорядкование дворовых территорий. Это только некоторые питания, с которыми гомельчане звернулися до депутата Палаты представников Национального схода Украины Алены Остапюк, которая провела прием громадян. На прием до Алены Остапюк гомельчане пошли приходить прикладно за годину до его початку. Долгий час депутат Национального схода працавала урашом у одной из местных поликлиник, а тому ее добро ведают многие жихары. Питания, с которыми звертаются люди, самые разные и актуальные не только для Гомеля. Будовництво детской поликлиники и открытие детских садов. Эта проблема особливо актуальная для новых микрорайонов. Плюс повышение зарплаты и створение працовных мест. На каждый зворот депутат дает конкретный отказ. Дефицит мест у детских садах, например, будет вырашаться за кошт створения додатковых групп. У плане працоулаткования великие надеи на приватный бизнес. Разом с тем, по словам Алены Остапюк, есть немало выпадков, когда гомельчане нават не спробуют вырашить некое питание на уровне администрации, а одразу накировываются до депутата. Приходили по поводу того, что деревья затеняют квартиру. Куда вы уже обращались? Нет, не обращался. Я думаю, что мой вопрос никто не решит. А вот вы как депутат позвоните и сразу же решат вопрос. Я говорю, давайте мы сначала сделаем так, как положено. Вы обратитесь в домоуправление, если уже ваш вопрос не будет решен, тогда будем мы обращаться. Ну, все хорошо, перезвонили, человек обратился, и ему все сделали. На Гомельщине подведены выники сёлетней уступной кампании у высшей навучальной установы региона. Нават не глядяши на проведение додаткового набора, у шерагу ВНУ не здолели набрать студентов на все бюджетные места. Олег Сентюров проанализовал ситуацию. Коли в целом характеризовать сёлетнюю уступную кампанию на Гомельщине, то можно сказать, что она прошла спокойно и без значных порушений, начиная от этапа проведения централизованного тестирования, ход якого контролировали больше 850 человек, супрацовники Комитета державного контроля, правоохранных структур, выкладчики и члены БРСМ. За порушение от сдачи ЦТ отхилили только двух человек, а вот больше 2270 молодых людей сёлет отримают студентские билеты и будут учиться за кошт бюджетных сродков. Правда, как набрать столько першокурсников, пришлось проводить додатковый набор. Але навод и при этом у тем же Мазырском державном педагогическом университете 9 бюджетных мест застались свободными. А прича того, есть вероятность, что не все студенты после завершения ВНУ будут працевать по специальности. Для некого головный диплом. До речи, зараз амаль треть людей, которые имеют высшую эдукацию, занимаются совсем не тем, чему их учили. Основные причины – низкая зарплата, незадовольняющая умовы працы и отсутность перспектив карьерных росту. Мы набираем студентов когда? Сегодня. А им придется работать через 4-5 лет. Поэтому сказать, как изменится экономическая ситуация, как изменится потребность общества в ту или иную специальность, ну, достаточно сложно. Для высших научных установ набор студентов на бюджетную форму научания – это не только выполнение плановых показчиков. По великим рахунку от этого залежит зарплата выкладчиков. С этой кропки глядения для Белорусского гандево-экономичного университета споживецкой кооперации ситуация больше однозначная. Залеченные на первый курс студенты будут учиться те за уластный кошт, те за кошт галиновых организаций. Разом с тем у ВНУ переконаны, когда не створать належные умовы и не выкористовывать сучасные методики, проблема наявности студентов у них не обовязковым. Сирот бонусов, которые пропонует ВНУ, махчимость отримания дипломов одразу от 4 краин – Белоруссии, России, Великобритании и Болгарии, а так само годовые стажировки Украины и Евросоюза. Але самое главное – якостное научение у стенах самой установы. Мы постоянно изучаем спрос на рынке труда. И, например, в этом году мы объявили набор на новую специальность. Мы первыми и единственными в регионе эту специальность открыли, и мы вторые в республике после БГУИРа по открытию этой специальности – это экономика электронного бизнеса для того, чтобы продвигать экономику Республики Беларусь по инновационному пути развития и интенсивно развивать, в первую очередь, электронную торговлю товарами и услугами. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».
Сьогодні у Гомелі відбулося урочисте мероприємство з нагоди святкування 95-ї з дня створення Державної статистичної служби. Яна бере свій початок у 1920 році, коли воєнно-революційним комітетом Білорусі була прийнята постанова об утворенні єдиного статистичного бюро. На початку 90-х годів минулого стагоддя яно було переутворено у Міністерство статистики і аналізу. У 2008-му у Національний статистичний комітет Республіки Білорусь. Вероніка Ворошилина побывала на урочистом мероприемстве. У залі посядження уголовного статистичного управління Гомельської області святочно і шматлюдно. 95-ї з дня створення Державної статистичної служби Республіки Білорусь – добрая нагода собратися великим дружним колективом, каб разом узрадуватися агульним поспіхам і досягненням. До речі, серед запрошених на мероприємства не тільки діючі супрацовники, але і ветерани праці. Всегда с гордостью говорю, а я работала в статуправлении, и нас там постоянно приглашают. Так что я очень благодарна руководству статуправления, что нас не забывают, помнят. И мы с радостью всегда приходим на все торжественные даты. Сьогодні головне статистичне управління Гомельської області – це одна зі складаючих структури територіальних органів Республіканського комітету. Галінові відділи працюють у кожному районі Гомельщини. Як і десятки год тому, більшість служачих – жанчини. Вони складають 93% від агульної кількості супрацовників. Тут займаються збором оперативних даних, які адлюстровують економічне, демографічне, соціальне і екологічне становище у республіці. Опрацовкою і обогульненням інформації, без якої сьогодні не можуть обійтися державні органи, установы и организации. Наша работа, она является огромным подспорьем для органов власти в связи с тем, что на основании статистических данных, на основании сделанных впоследствии анализа статистических данных принимаются управленческие решения. То есть куда пойдет область, как она сработала. То есть сравнение с прошлым периодом, текущим периодом дают, в общем-то, понятие того, правильно ли мы идем, правильно ли дорога идет область. Під час святочного мероприємства відбулася урочиста церемонія узнагородження самих відказних і активних у своїй роботі. Вони отримали грамоти і подяки від Гомельського обласного і городського виконавчих комітетів і совєтів депутатів, обласного комітету Білоруського профсоюзу роботників державних і інших установ, а так само головного статистичного управління Гомельської області. Пропонували удельникам урочистості і насичену концертну програму з уділом естрадно-духового оркестра і талановитих артистів обласного центру. Між тим, супрацовники головного статистичного управління Гомельської області так само не засталися у боку. Кожен з його відділів підрихтував цікавий експозиційний проєкт, примеркований до свята. Тим самим продемонструвавши, що у цій, здавалося б, лаконічній професії є місце креативу і творчості. Вероніка Ворошилина, Євген Макіенко, телерадіокомпанія «Гомель». Зберем портфель першокласснику. Отповедную доброчинную акцию сёлета протягивают предприемства и организации Новобелецкого района Гомеля. Сегодня школьные заплечники с усими потребными для школы приналежностями знайшли своих маленьких господаров. Такий клопот – самый простый приклад, як допомогши ближнему. На заклик потримать детей, які саправды мають потребу у гэтым, отгукнулися многие. Акция проходила по всем предприятиям. Люди собирали на предприятиях. БРСМ собирал у себя внутри. С организацией белорусские наши, они собирали у себя. И также стоял пикет пару дней у нас возле кинотеатра «Мир», где люди шли покупать своим детям, видели наше объявление и подходили и давали пару ручек, пару тетрадок просто от своих детей. Дарэчы, экіпіроўка вучня малодшых класаў абыдзецца бацькам у суму ад 1,5 до 6 мільёнаў. 16 падарункавых заплечнікаў адправіліся да тых, хто сапраўды мае ў гэтым патрэбу. Шматдзетным, прыёмным і апякунскім сем'ям, а таксама дзецям, які знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы. Вышивать крыжиком – справа простая только на первый погляд. Гомельчанцы Галине Боевой спотребилось 20 годов, как представить персональную выставу. Катерина Сапельникова протягне. У областным центре народной творчести разместилось 26 работ, але Галина признается, я еще столько ж подарила родным и сябрам. Захопление вышивкой пришло до яе у 18 годов. С тех часов она экспериментует с текстурами и тематикой работ. Первый раз это, конечно, были цветочки из трех крестиков, но мне понравился процесс. Зараз у коллекции Галины можно знайти картины как с кветочками, так и больше серьезные работы. Створение особных займало каля 4 годов. Здесь три работы из серии «Маяки», «Старый город», серия «Ню черно-белая».
Там серия две работы «Поля». И вот серия «Архитектура мира» самая моя любимая. Я очень люблю путешествовать и видеть что-то новое. И мечтаю побывать в тех местах, которые вышила. Галіна – майстер на всі руки. Яна не тільки вишиває, але й шиє і вяже. До речі, по едукації жінчина – провізор, але себе знайшла все ж таки в майстерстві створати картини, які несуть сенс. Катерина Сапельникова, Валерій Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель». Сьогодні православні вірники означають одну з 12 головних християнських святів – Преображення Господнє. У народі цей день відомий як Яблучний Спас. Во всіх храмах в області з нагоди свята пройшли урочисті богослужіння і освячення фруктів нового урожаю. Свято за одноіменною назвою означили і під відкритим небом каля скульптурної композиції з гігантських яблук у Советському районі. Дмитрий Котов з подробязностями. Означать свято под куполом неба з'являється доброй традицією уже на протягу 20 годов. На Яблочный Спас каля композиції з гігантськими яблуками завсёди шматлюдно. Люди з різних кутків міста приходять освятить фрукти нового урожаю, поназирати за виступленнями творчих колективів, убачить виставки мастацької творчості. Це світлий праздник, дуже хороший. Ми завжди ходимо на праздник. Всегда я пирожочки пеку, рулетик пеку, обязательно с яблочком, потому что у меня мама, ей 98 лет, и мы этот праздник всегда отмечаем. Я это поддерживаю, это моя сестра, мы ходим с семьями, с внуками, наши внуки здесь рядом, это для нас очень хороший праздник. Свято об'єднує і дітей, і дорослих. З цього дня надвор'я по прикметах становиться осінським. Лічиться так само, що для вірника у гэта можливість відчути перетворення і хараство душі. Все, як будто в день рождення, стол накрит, фрукти, мед. В цей день преображення, словно новим став народ. І лучом грає літо, в ніжних веточках береш. І в сіяння, і свято з нами Ісус Христос. Традиційно під час свята Преображення Господнього освячаються яблуки нового урожаю і інші плоди. Лічиться, що у цей день кожен вірник обов'язково повинен з'їсти хоч один яблук з медом, щоб бути здоровим увесь год. Разом з тим прийнято частувати освяченими яблуками родних і сябров, роздавати садовину бідним. Коли люди збирають урожай і досягають определених результатів, то они этим счастьем, этими достижениями должны поделиться с теми, кто в них нуждается. Поэтому милосердие, доброта, она и сегодня, и в 21 веке очень актуальное качество, которое должно быть присуще каждому христианину, каждому жителю нашей Республики Беларусь. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Новини регіону, інформацію о проєктах телерадіокомпанії «Гомель» ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті по адресі www.tvrgomel.by. На цьому випуск завершено. У студії працювала Маргарита Шубукова. Усього доброго і до зустрічі у ефірі.